Добрый вечер, друзья. Представляю вашему вниманию очень редкую французскую зажигалку Flaminaire. Зажигалка выпуска 52 года является прабабушкой всех газовых систем. Глубокое серебрение корпуса и кожа страуса. Отличнейшие выделки. Данная зажигалка является бутоблочной. Открывается вот так, как кошелек. И имеет сменный бак. Очень тонкая микроинженерия, все подогнано в высочайшем уровне. Интересная система смены кремня. Отодвигается роторчажок до щелчка. Меняется кремушек. И потом при нажатии вот этого вот лепестка возвращается обратно. Made in France, Flaminaire, 1952 год.